Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Костеева к 70-летию со дня победы в Великой Отечественной войне предлагает посетить фондовую выставку «В тылу и в бою». В этом году мы отмечаем всенародный праздник 70-летия со дня Великой Победы в Великой Отечественной войне. И к этой знаменательной дате Государственный музей искусств имени Костеева подготовил из своих фондов большую выставку под названием «В тылу и в бою». На ней будут представлены произведения советских и казахстанских художников, ветеранов Великой Отечественной войны, участников войны, а также работы, посвященные войне и труженикам тыла, которые помогали фронту. Эти художники, честно выполнив свой воинский долг, вернулись к мирной жизни, вернулись к себе на родину. Но тема войны еще долгое время продолжала оставаться главной в их творчестве, повествуя о тех тяжелых днях и испытаниях, выпавших на их долю.